ее пропустить нельзя. Вчера мне чем-то, не знаю, не могу толком даже, не смог я толком объяснить, чем... Не очень точно она попадала в музыкальные такие точечки. Я думаю, может быть, чуть не то настроение было. Посмотрим. Вот у нее всегда очень зажигательно. Но вчера, правда, и публики-то не было никакой. Да, сегодня нет, много, вчера. Может быть, это подействует на меня, Екатерина. Ну вот уже музыка заводит, то есть зрители начинают заводиться вместе с исполнителем. И вот все попадать в каждую точечку. Дыши, надо распределять, пока танцуешь. Молодец, без пауз. Длинных. Правильно, Денис, совершенно правильно, справедливое замечание такое заметное. Девушкам хорошо в том смысле, что вот эти вот, так скажем, дыхательные паузы, они могут заполнять той самой водичкой, о которой мы говорили. Да. Другое дело, что и ее надо подать. Улыбать, это отлично получается. Она получается сегодня. А вот это, вроде так, тебе сказать, три прыжка, подскочить на такую высоту, дыхание сбивается. И сейчас... Как всегда, мы заметили самое большое количество ошибок в заключительных акробатических линиях, да? Вот сейчас ей надо распределить дыхание. Надо подойти и не показать, что ты сильно устал. Я вижу, тренер как ей показывает, моторы заводит. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Держи. Молодец. Молодец. Молодец, да. Ну что ж, вот это уже, так скажем, гораздо лучше. То ли и на меня тоже действует присутствие публики, а на самом деле и вчера было не хуже.